Всем известно, что здоровье – это самое дорогое, что есть у человека. Поэтому важно заботиться о себе и проходить вовремя профилактические осмотры. Сделать это можно в рамках диспансеризации или во время проведения краевых акций. Одна из них прошла во второй поликлинике. Во второй поликлинике прошла краевая акция «Онкологический мама-патруль», в рамках которой женщины могли пройти УЗИ-диагностику молочной железы и получить консультации врача-онколога-мамолога. Включает в себя данная акция обследование на онкоскрининг, то есть онкопатологию по выявлению рака молочной железы у женщин и других патологических изменений, которые влияют на их процесс жизнедеятельности и, соответственно, на их здоровье. Рак молочной железы – самое распространенное в мире раковое заболевание среди женщин. Это 16% всех случаев заболевания раком. Но он вполне излечим, если заболевание выявить на ранней стадии. Поэтому как минимум раз в год каждая женщина должна проходить обследование. В рамках акции «Онкологический мама-патруль» консультацию получили около 80 жительниц нашего района. В целом же обследовать свой организм можно, пройдя бесплатную диспансеризацию. Также у нас проводится ежедневно диспансеризация населения, которая включает в себя, значит, осмотр пациента, выявление заболеваний, в том числе и онкопатологии, скрининг, включает в себя лабораторное обследование, оценка полностью состояния здоровья пациента, снижение инвалидности, снижение угрозы жизни пациента. Берегите себя и свое здоровье, пройдите диспансеризацию. 2 и 3 августа это можно будет сделать также во второй поликлинике. Там будут принимать краевые специалисты. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».